Всем привет, с вами Влад. Сегодня я расскажу, как собрать и прокачать посох молний. Посох молний состоит из трех частей и одного кристалла. Ну а теперь все по порядку. Открываем курган и после чего ищем пластинку и граммофон. Пластинка может быть в трех местах. Вот первое место. Вот второе в тележке. И вот здесь третье. Теперь спускаемся в курган и ищем граммофон. Граммофон может быть в двух местах, с правой стороны от стола и с левой стороны от стола. Забираем граммофон. Ставим его на стол. После чего откроется скрытая комната кургана, и вы сможете забрать граммофон обратно. Все, теперь наша задача найти пластинку для Crazy Place. Она нужна для того, чтобы взять фиолетовый кристалл. Вот тут первое место. Здесь на столе второе. И в раскопках третье. Необходимо перейти с этой позиции в относительно безопасное место. Не понимаю, что она делает. Надо подождать. Уверен, что скоро все прояснится. Теперь приступаем к сборке посоха. Все три детали можно собрать, только спрыгивая с танка. Первая деталь будет по пути к второму генератору. По правому борту будет башня. Прыгните на мост. Рядом будет светиться деталь. Фрагменты посохов разбросаны по всему комплексу. Необходимо перейти с этой позиции в относительно безопасное место. Вторая деталь. Проезжая мимо улучшайзера по левому борту, можно увидеть мост, ведущий в подземелье. Деталь также будет светиться. Необходимо перейти с этой позиции в относительно безопасное место.
Третья деталь. Подъезжая к церкви по правому борту, можно увидеть тропинку без колючей проволоки. Прыгните на нее, она приведет вас в церковь. Там лежит деталь. Теперь спускаемся в раскопки со стороны пятого генератора, берем кристаллы, в тайной комнате кургана собираем пост. Это я пока приберегу. Все, посох готов. Этот посох обладает огромной силой. Теперь спускаемся в Crazy Place и начинаем его прокачку. Тут все просто. Надо следовать указанной последовательности. Сначала первая комбинация, потом ждете 5 секунд, вводите вторую. И так далее. В этом вам поможет вот этот скриншот. После того, как услышите характерный звук, выходите из Crazy Place и начинайте следующий квест. Следующий квест – это электрощиты. На карте есть электрощиты. Один будет искрить. Надо покрутить ручку на нем, пока искры не исчезнут. Если щит не искрит, но звук есть, тогда все равно крутите ручку. Всего на карте 7 электрощитов. Первый электрощит на пятом генераторе. Второй электрощит – на первом этаже церкви. Результат наших действий остается неизвестным. Третий электрощит на втором этаже церкви. Четвертый электрощит на четвертом генераторе. Пятый электрощит на первом генераторе. Шестой электрощит на втором генераторе. Последствия есть у всего. И седьмой электрощит на кургане. Активированы генераторы 115. Этот объект начал мерцать, словно исчезая и вновь появляясь в этом мире. Далее спускаемся в скрытую комнату кургана, прокручиваем барабан, так как я показывал в предыдущих гайдах, и стреляем по шарику. После этого идите в Crazy Place, поставьте посох на пьедестал и заряжайте его душами, пока он не прокачается. Но на этом наше видео подошло к концу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока! Yeah.